Всем привет, это Каштанов, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет реакция на такого исполнителя, как Калифорния. И это уже будет вторая реакция за последнее время на этого исполнителя. Трек будет называться «Роза». Буквально заполонили меня в комментариях с требованием, ну как бы с просьбой, да, получается, послушать именно это произведение. И судя по комментариям, даже... даже казахи, да, не в курсе, что это за песня. И были такие комментарии, мол, блин, а что это за роза такая? Давайте-ка, ну, типа, послушаем ее вместе. И, насколько я знаю, это просто не такой широко известный исполнитель. Возможно, он только набирает свои обороты. И будет круто, да, если со временем он выстрелит. А, как говорится, я уже записывал реакции на него, когда он еще не был популярным. Такой момент. Еще, знаете, ребят, не понимаю, тоже в комментариях пишут, негодование, да, по поводу этого исполнителя, особенно по поводу песни, как она там называлась, ребят, сейчас, секунду, вылетает из головы. Название, конечно, такое. Джерипки Латисян, вот. И прямо в комментариях немалый хейт я вижу по поводу этой песни, мол, какая-то дурацкая песня, типа ни о чем, зачем такое слушать. Даже такие были комментарии. Так вот, ребят, я так считаю, что каждое творчество имеет право на существование, и лучше иметь выбор, чем не иметь его вовсе. Не нравится тебе эта песня, просто переключил, дальше слушаешь, и ты обязательно найдешь то, что тебе нравится, да? Кому-то эта песня заходит, ну, то есть, непосредственно та, да, Джерипка Латисян. По поводу «Розы» я еще не знаю, но сейчас вот послушаю ее, посмотрим, что там, в этом произведении, да? Кстати, ссылка вот здесь вот наверху появится по поводу реакции на Джерипка Латисян. Кто не смотрел, проходите, чекайте. Ну, ладно, ребят, извините за такое долгое вступление. Приступаем к просмотру. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Погнали смотреть. Ну, понятное дело, да, судя из названия и из первых кадров, это какая-то любовная история, я так понимаю. Бывало. Тут и стиль музыки, да, поменялся, нежели в той песне. Вообще другой формат получается. Ну да, абсолютно другое исполнение. Я так понимаю, он экспериментирует, да, в жанрах. Какое-то такое... Диско, что-то с этим связано звучание. Короче, парень решил завоевать сердца всех девчонок, да? Роза, 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 ты мне угроза, розу, розу, угроза. Неге желайсын боза, 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 боза. Шамадан артык чоза, доза, доза, доза. Роза, 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 ты мне угроза, розу, розу, угроза. Неге желайсын боза, 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 боза. Шамадан артык чоза, доза, доза, доза. Короче, как я понял, просто парень ищет свой стиль. Я так понимаю, как он выстрелит, в таком будет работать. Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлменде ешкім сырламай. Жырламай. Естелікті барып тырнамай. Сорамай. Менде бар
енді сені сұрамайым. Сыйлағасын өзім жазған сөздерімен, өлеңімнің кейсандығын елімейтім жүрімін әлі. Ойлап тұрсаң үш минутты уақытымда, шын жүрекпен саған достық бақыт тілеп тұрмын әні. Роза, 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 боза, 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 чоза, доза, доза. Раушан, роза, 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 ты мне угроза, 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 угроза. Не желайсин, боза, 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 боза. Шамада, нартык, чоза, доза, доза, доза. Русским, и это звучит так необычно. И, кстати, в этом у вас плюс есть. Ты мне угроза, угроза, вы можете вот этот вид подобрать для стиха, да. Боза, боза, шамада нартых, чё за доза, доза, доза. Для текста. Раушан, роза, 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 роза. Ну что, ребят, я так понимаю, это история какой-то неудачной любви, что ли? Судя по всему. Потому что, судя по тексту, да, я вообще не могу судить по тексту, потому что буквально пару слов только понял в припеве. Ты мне угроза, роза, и все. А остальное как бы остается для меня загадкой. Напишите, кстати, в комментариях, так, в двух словах, о чем эта песня. Ну, опять же, да, по-любому... неразделенная любовь и все такое. Ну, парнишка красавчик, первый трек у него был такой немножко лайтовый и с крутой музыкой, такая, грубо говоря, дискотечная музыка, но в хорошем смысле слова, мне понравился трек, не знаю, как там слова, кто-то говорил, там какие-то слова были простые, да, ну, такие, типа, проходные, но лично для меня все было круто. Здесь же просто кардинально поменял стиль, и вообще и музыка, и текст, слова, манера, подача, то есть здесь он прям больше именно поет. Ну, конечно, не ожидал, я почему-то думал, что он будет также двигаться в прежнем направлении, как, ну, исходя из той песни, а здесь прямо вообще, ну, почему нет, да, опять же, как я уже говорил, ищет свой стиль, возможно, в таком направлении у него что-то там выстрелит, начнут набираться просмотры, известность, популярность. Все так или иначе этого хотят, и как бы в этом нету ничего, как сказать, постыдного, засорного, да? Каждый двигается как может. И еще мне вот интересно, это парень, как бы, он сам двигается, да? Или у него, может быть, есть какие-то там богатые родители или какие-то связи, может, там какие-то родственники там, которые занимаются музыкой. Ребята, если кто в курсе, напишите, потому что если этот парень сам где-то что-то начал петь, да, записываться, кто-то его увидел, начал двигать, и это вообще крутая история, когда сам парень с района начинает свой путь, да, и у него все получается. К примеру, у нас на российской сцене есть такой исполнитель, как Нилетто. Ну, вы, наверное, все равно как бы слышали про него. Тоже парень, который сам, просто сам начал двигаться, где-то танцевал, на каких-то шоу участвовал. Сейчас он как бы суперзвезда, да, на российской сцене. Ну, это так как бы к делу, к данному клипу, конечно, это никак не относится, но суть, что я хотел как бы у вас спросить. Было бы прикольно, если бы у этого парнишки было то же самое. Ну, а если у него есть какие-то там, грубо говоря, связи, родственники, и мамы, папы и так далее, как бы, ну, в этом тоже ничего такого нет, да, если парень просто пользуется всеми возможностями, которые у него есть, и пускай лучше так, да, чем просаживает деньги родителей там в кабаках, клубах там и так далее. Круто. Ну все, спасибо за то, что посмотрели это видео вместе со мной. Пишите в комментариях все, что вы думаете. С удовольствием прочитаю, по возможности на все комментарии отвечаю. Все, всем удачи, пока.